В Шадринске стартовал Всероссийский педагогический форум под названием «Детский сад. Территория перемен». С приветственным словом ко всем присутствующим обратилась заместитель главы по социальным вопросам Наталья Бякова. Ценность дошкольного детства трудно переоценить. И уже было сказано о том, что это фундамент. Действительно, все мы знаем, что в дошкольном детстве закладывается основа для всего будущего развития не только ребенка, для всего будущего развития человека. Здесь закладываются важные личностные характеристики, закладываются основы развития интеллекта, всех познавательных процессов. И если что-то будет упущено в этот, казалось бы, короткий, но такой насыщенный период, это как минимум сложно нагнать, а в некоторых случаях оказывается еще и невозможно. И встречаясь с педагогами и воспитателями, я всегда говорю, что родители отдают в ваши руки самое ценное – своего ребенка. И это ценное и с точки зрения эмоционального участия родителей, конечно же, в обучении и воспитании, и с точки зрения значимости самого периода дошкольного детства. И именно от дошкольных образовательных учреждений зависит, насколько продуктивно, насколько эффективно и насыщенно будет прожит этот период. Дошкольное образование – это обучение, это воспитание, это формирование развития личности, это действительно будущее ребенка и будущее нашей страны. В течение двух дней более 100 педагогов из регионов Уральского федерального округа, Нижегородской области и Башкирии обсудят актуальные вопросы воспитания детей на примере собственных наработок, а также познакомятся с новыми методами современного образования. Обмен педагогическим опытом – это творческий толчок для новых идей и возможность посмотреть на свою работу со стороны, систематизировать полученные знания и в дальнейшем улучшить свой результат. У нас в марте этого года тоже был Всероссийский форум, и как раз представители города Шадринска тоже были у нас. Вот, мы также представляли опыт наших детских садов, но у нас в программе было очень много детских садов, поэтому в нашем детском саду тоже приоритетное направление – это патриотическое воспитание и всестороннее развитие юного поколения, так сказать. В других детских садах, которые тоже были представлены, у них тоже другие есть направления. Там и STEM-направление, и робототехника. Ну, то есть множество направлений, которые мы тоже на форуме представляли. И в частности представители Шадринска тоже были и имели такую возможность перенять опыт города Нижневартовска. На пленарном заседании в первый день форума перед педагогами выступили известные ученые, авторы новой образовательной программы, преподаватели из Санкт-Петербурга, Красноярска, Великого Новгорода и Кургана. Специалисты обсудили нюансы общения с детьми в современном мире, поделились опытом применения развивающих детских игр. Цель нашего форума, который мы так и назвали «Детский сад. Территория перемен», это наш переход на новую образовательную программу. С 1 сентября текущего года все детские сады нашей страны перешли на новую федеральную образовательную программу. Красной нитью в этой образовательной программе сегодня подчеркивается цель и значение патриотического воспитания. И мы уже наработали новые формы. А иногда убедились, что все новое – это хорошо забытое старое. Поэтому мы сегодня хотим нашим коллегам этот опыт работы представить. Основные практические мероприятия пройдут на базе детских садов номер 5 и номер 10. Вся программа построена на возможности практического погружения гостей в жизнь детского сада. Завершится форум круглым столом и подведением итогов.